Здравствуйте, товарищи и не товарищи тоже. Я пришел, чтобы председателю, потому что ничего в эти годы столько по кабинетам я не ходил, по всей Ростове и других местах тоже, ни черта не решается. Ни черта не решается, потому что нет наказаний за нарушение. А пока не будет наказаний за нарушение, этот бардак будет продолжаться здесь, везде и всюду. Так что, если меня изберут, порядок, будет так, что если случай, чуть-чуть написал так, относится ко всем, но в случае, не вовремя ответа, когда получается письмо или что-то, если неправильно ответить, должен быть комитет здесь такой, что в случае неправильно ответить, этот человек не должен работать в должности. И тогда уже другие не будут повторять сюда. А этого не происходит. В случае чего сразу направляют в суд. Суд по кабинетам годами по 10, лично мне лет 15 гоняли и гонят и сейчас тоже. Я этого добьюсь, чтобы каждый отвечал за свои нарушения. Обкуполивают куда хотят. Так что мне не важно, здесь кто будет. КПРФ, ОТПР или Единороссия, для меня все равны.